В мир духов редко кто отправляется по своей воле. Я не исключение. Жди меня в Конфлаксе и приготовь оболочку для души дочери. Надеюсь, я смогу вернуться. Ты получишь желаемое, но кто знает, какой ценой. Слухи не врали. Лайла и вправду владела цветком Долоры. Он помогал ей в экспериментах. Но будет ли от него толк теперь? И даже заручившись силой самоцвета, Лайла понимала, что не стоит отправляться в мир духов без оружия и союзников. Ты ни был, прошу, проводи меня к невинной душе, затерянной в этом мире. Она здесь. Она запуталась, потеряна и напугана. Я помогу. Я знаю, каково затеряться между жизнью и смертью. Но этот мир меняет тебя. Возможно, она уже не столь невинна, как при жизни.
Отыскав Ядву, Лайла рассказала ей о страданиях отца и о его поисках. Ступай, дитя. Иди к отцу и утешь его. Когда они вернулись, Лайла воздела руки над головой, крепко сжимая цветок Долора, который помог ей в мире духов. Лайла с самого начала пыталась предупредить Масфара, но он, как и многие до него, был ослеплен желаниями и не слушал чужих советов. Он желал вернуть Ядву к жизни лишь для того, чтобы заглушить чувство вины. Но Ядва больше не была милым ребенком, которого он помнил. Она стала призраком, затаившим обиду на своего отца. Призвав силы, чьи голоса Ядва постоянно слышала в мире духов, она смогла вернуть к жизни древние шантерийские статуи. Она наполнила конструкты мстительными призраками и направила свою новую армию против отца, которого некогда так любила. Дочка, все это ради тебя. Ты бросил меня! Я не хотел этого и вернул тебя. Какой ценой? Я хочу, чтобы ты тоже страдал. Так и было. Каждый день без тебя я проклинал себя. И снова предал меня! Yeah!
Отыскав яд, ступай. Дочка. Слышишь их, отец? Каждая погибшая душа жаждет мести. Но, дочь моя... Они преследуют меня за твои преступления. Я хочу обрести покой. Я не смогу жить без тебя, дитя. Так не живи. Ядва схватила отца и увлекла его в жерло вулкана. Когда ее воля, направлявшая конструкты, исчезла, Лайла запечатала оставшихся при помощи цветка Долоры. Сила любви способна на многое. Но спросите себя, нужно ли нам это? История пишется нашими деяниями. Но то, что мы полагаем правильным, другие сочтут неприемлемым и безумным. Так любовь и благие намерения способны породить зло. Иногда мы получаем желаемое случайно. Так случилось с принцессой Кхали. Она была из влиятельной семьи. О ее богатстве и красоте знали все в семи городах. Кхали стала завидной невестой. Но принцесса не хотела выходить замуж, зная, что ее приданное привлекает мужей больше, чем она сама. И принцесса придумала, как отвадить претендентов, не оскорбляя их отказом. Столько благородных кавалеров ищут моей руки, я в замешательстве, объявила она. Тот, кто докажет свое превосходство над другими, станет моим мужем. И вот юноши отправились в путь, чтобы завоевать сердце принцессы. Один, пораженный красотой принцессы, сравнивал ее с редким цветком пустыни. Он придумал, как поразить девушку и при этом помочь своему народу. А звали его Хишам. Хишам, сын дома Анима, не был самым сильным или богатым. Но он был самым молодым и, возможно, самым мудрым. Его семья и его народ
познали тяготы жизни в безжалостных песках пустыни Сахар. Но он знал, что такое красота, ценил ее и влюбился в принцессу с первого взгляда. «Я поверну реку Кусай и создам оазис», — подумал он. Даже не завоевав сердце принцессы, он все равно поможет фермерам и пастухам. Он был романтиком, но знал цену плодородной земле.